Здравствуйте. Я актриса Ольга Саханова. Мне 50 лет. Я 71-го года рождения. У меня большой опыт в кино и в сериалах. Очень люблю короткие метры со студентами. Мне очень нравится, как они трепетно относятся к своей работе. А своей самой большой удачей я считаю роль мамы главного героя в фильме Александра Ханта «Межсезонье». Уже очень скоро он выйдет, и я с трепетом жду его премьеры. Там я сыграла такую сложную по характеру мать, которая безумно любит своего сына и при этом давит его своей любовью. В жизни я тоже мама, у меня дочка и сын, и я их обожаю и горжусь, точно так же, как я обожаю и горжусь своей работой. Я люблю сниматься в кино. Я готова работать с вами.